С 1 сентября вступают в силу новые правила по выполнению квоты для приема на работу инвалидов. О нововведениях журналистам и представителям предприятий республики рассказали на пресс-конференции в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии. В Чувашии для крупных предприятий законом установлена квота по трудоустройству инвалидов. Если в компании трудится от 35 до 100 человек, то 2% из них должны быть сотрудники с инвалидностью. Если же в организации больше 100 работников, то 3% штатных единиц должны занимать люди с ограничениями по здоровью. И если раньше работодателю было достаточно лишь создать эту штатную единицу, то теперь необходимо еще и обязательно трудоустроить на это место реального человека с инвалидностью. Сегодня в республике у нас квота по трудоустройству выполняется, к сожалению, не в полном объеме. Если мы берем в разрезе от 35 до 100 человек, то здесь 89%, то почти 90%. Если же в разрезе предприятий от 100 и больше, то здесь квота выполняется еще менее того, это 83%. Существует проект внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях. То, что работодатели, которые не исполнят обязанность по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, будут нести ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Проект пока не принят Госдумой, однако, по мнению министра труда Алены Елизаровой, совсем скоро это обязательно случится. И сейчас у работодателей как раз есть время, чтобы понять, как действовать дальше. Один из возможных теперь путей – заключить соглашение со сторонней организацией об аренде рабочего места для трудоустройства инвалида и отчитаться за выполнение квоты, возместив расходы на оплату его труда. Если в одном предприятии инженер-программист или инженер конструктор, заквотировано рабочее место, не обязательно в другом предприятии брать этого инженера-программиста. То есть другое предприятие может на абсолютно свою должность, на свое рабочее место принять абсолютно другого инвалида, не инженера-программиста и так далее. Вот. А у того предприятия будет считаться квота выполненной. Стоит отметить, что пока организаций, готовых трудоустраивать у себя инвалидов, в Чувашии крайне мало. Тем не менее, ежегодно примерно половине из тех, кто все-таки обращается в центр занятости, помогают найти работу. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.